Да, да, совершенно верно. Металлические, конечно, конечно, да, 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 безусловно. Да, я вас могу записать вот, ориентировочно на вторник. Вы сейчас тоже сказать, занят вторник или нет, я не знаю. Я могу завтра. Нет. Нет, нет, нет. Нам только надо первая половина дня, к 10 утра стандартная, с 10 до 11 мы подъезжаем. Стандартный план. Тогда на среду, да, я могу сразу вас записать. Да, заняты дни, к сожалению, эти заняты. Да, завтра мы работаем. Хорошо, да, я вас записываю на среду ориентировочно. Вот так. Да, хорошо. У вас там через шлагбаум надо заезжать? А, понятно. Тогда. Ну, мы там много лет работали, да. Хорошо. Если здесь, да. Вот. Ну, все тогда, до звонка. Будут вопросы, тоже звоните. Да. Да. Всего доброго тогда, да.
только мечтает уже.
Добрый день. Добрый. Скажите, у вас найдутся визитки для меня? Визитки? Да. У нас просто гостевая карта есть там. Хорошо, да. Так, визитки. Я сказал, хорошо, спасибо большое. Привет! Как жизнь молодая? Здравствуйте. Здравствуйте. Не у вас ли я могу кое-что спросить? Ну, спасите. По поводу пиццы. Не знаю, это приятно. Да, извините. Здравствуйте, вы не подскажете, бронь обязательно или не обязательно бронь? Что? Бронирование обязательно стоит или нет? Или вы так можете найти? Надо уточнить менеджера, сейчас я позову. На завтра. Сейчас я позову ее, чтобы ну, точно сказать. Ну да, просто спросить. Наверное, вы гостиницу, да, обслуживаете, скорее всего, здесь, судя по всему. Честно говоря, не могу точно сказать. Ну, ладно. Да. А, все, надо бронировать номер, столик или нет? Не подскажете? А мы только под мероприятие заведем. А, я не знал, я просто шел мимо, надо зайти попросить. Все, я теперь понял. Да я смотрю, да, сервировано уже, спасибо. Не помешал я вам случайно? Да, извините.
Здрасте.